дома? Да, я был дома. А я такой вот вам, вот, вот ай-яй-яй-яй-яй! Маленькие жители Армавира получили замечательный подарок. В нашем городе побывал Горловский театр кукол. В рамках проекта Министерства культуры России «Большие гастроли», которые проходят при поддержке Росконцерта, состоялись спектакли «Домик для улитки» и «Волчонок Плутишка». Министерство культуры Российской Федерации уделяет огромное внимание театрам Донбасса и Луганской Народной Республики и дальнейших освобожденных территорий, чтобы мы как можно активнее вливались, внедрялись в культурную жизнь Российской Федерации, знакомились с новыми творческими коллективами и дарили свое творчество. Спектакли рассчитаны на самых маленьких зрителей – ребятишек от 2 лет. Это сказочные, вместе с тем познавательные истории, в рамках которых дети общаются с артистами, знакомятся с окружающим миром и сопереживают героям. Зал был переполнен. Малыши вместе с родителями с интересом следили за приключениями персонажей. Дети очень любят театр кукол, и, насколько я знаю, в городе Армавир нет своего собственного муниципального театра кукол, поэтому, я думаю, в связи с этим и связан такой большой интерес. Ну и опять же, новый коллектив из нового региона Российской Федерации, из Донецкой Народной Республики, вызвал большой интерес у жителей Армавира. Для зрителей спектакль был бесплатным. На него можно было попасть по предварительной записи. В отдел культуры администрации Армавира поступил шквал звонков. Записалось более 1500 человек. Чтобы охватить всех желающих, по просьбе городских властей артисты театра дали дополнительное представление. Увидели большой интерес жителей города к этому форме мероприятия, потому что поступило большое количество обращений, звонков. И приятно, что именно эта форма работы интересна для наших самых маленьких горожан, для наших маленьких армавирцев, которые уже на своем уровне понимают и смотрят, что такое театр, начинают любить, уважать и ценить театр. После гастролей в Армавире Горловский театр кукол поехал радовать маленьких жителей других городов. Но к нам артисты еще вернутся. Администрация Армавира, видя интерес горожан, наладила взаимодействие с этим коллективом и пригласила его к дальнейшему сотрудничеству. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.